зрения. Почти 5. Мы все ближе. Полные 5. Так, нам, видимо, туда. Да-да. Очевидно. И опять же нужен топор. Что ж такое? Так, да, нам сюда, но сначала придется поискать топор. Либо сюда. Ну, короче, где-то тут след обрывается. Так, что дальше? Придется идти в этот разлом, похоже. Блин, ненавижу подвалы. Ну, тут явно лучше, чем там наверху с манекенами в обнимку. Поэтому будем искать во всем светлые стороны. Здесь нет манекенов. Уже хорошо. И только я заикнулся о том, что тут нет мистики, как мне дали мистики. Так, налево или направо? Пойдемте налево. Дрыщ какой-то. Блин. Пока ты замахнешься. Хрен угадаешь, а? Да падай ты уже. Сейчас ты в табло у меня получишь. Эй, хорош. Тихо. Ты смотри какой, а? Фу. А почему мне, интересно, не давали убить, пока он на коленях стоял? И все это за сраные птички. Ну понятно, короче, они хотели, чтобы я нашел птичку тут. Поэтому советуют мне достать инструмент. Как пошло это звучит. Так, здесь у нас вообще поток какой-то. Дна не видать. Давайте-ка мы устроим ей шокер. А вот ей хрен бы. Все, иди в жопу. Я вообще-то хотел, конечно, в воду попасть, чтобы она поджарилась. Но автонаведение не дало мне этого сделать. Так, по запаху у нас вообще голяк. Это, похоже, мертвый. Тихо. Ага, мертвый, как же. Блин, что за звуки? Тихо. Вот так мне будет спокойнее. Смотрите, какая вода-то динамическая. Волны от нашего передвижения ходят по ней рябью. Ой, топор. Наконец-то я тебя нашел. Блин, да чего стрёмное место. Давайте осмотримся. Чтобы нежданчиков никаких не было потом. Так, ну нам, видимо, он туда надо будет идти, поэтому давайте уж возьмем топор. И, собственно, двинем. Сначала забьемся в угол. Посмотрим, нет ли пациентов. А теперь уже можно идти. Так, что это? Куда это мы попадаем? Не туда ли? Нет, не туда. И куда нам надо было? Я тоже думал. Так, где это? Я что-то не могу сориентироваться. Так, ну подлечимся, по крайней мере. Так, где у нас тут воняет тухлятиной трупной?
А, все понял. Да. Теперь я знаю, куда идти. Идем сюда. Бежать не надо, а то сейчас кто-нибудь в лоб залепит. Вон, кто-то шевелится. Там что-то вон тени какие-то гуляют. Пойдемте поздороваемся. Хозяева. Опять эта шалава бегает. Так, ну сейчас она меня залепит, наверное. А нет, она за колонну убежала. Даже за ту. А нет, вон и труба торчит. Бей, баба. Да свару я слышу. Ох, я тебе сейчас в нос пробью. Получи. Ох, как я в скалове болтаж. Ужас просто. Так, ну и все, двинули дальше. Так, эта дверь закрыта, как и была. Тут у нас что? У нас что-то непонятное. Давайте сначала сюда. Ага, нам сюда и надо. Значит, пойдем сюда. А что-то тоже место знакомое какое-то. Короче, я тут бегал. Тихо. Тихо. Это что такое? Чья это рука? Ух ты, блядь. Блин, казалось бы, уже полугода прошло. Почему я так их пугаюсь? Выскакивают резко. А, здесь у нас, похоже, секретка. Для самых любознательных. Ну ладно, выходим и идем вверх по лестнице. Сбилите мне зрение нормальное. А вот спасибо. Не люблю это. Почти черно-белую рябь. Так, ну что у нас? Повоним, похоже, правильно идем. Так. Никого. Птичка на стене висела. Тихо, спокойно. Что-то куча примерочных. Не хотелось бы мне эти примерочные открывать, но выбора, похоже, нема. Да, это то самое место. Кого он таскает вообще? Кто это такой? Почему этот маньяк наш убивает, судя по всему, других маньяков, что ли? Блять. Давайте-ка закроемся пока. Ну ты посмотри. Что тебе не хватает? Тебя поближе, что ли? Или тебе какой-нибудь опять там отпечаток найти надо? Ага. Что-то вот тут у нас. Судя по стрелочкам.
Где-то тут. Или тебя полностью надо? Да-да-да. Мне неохота ему. Блин, жутко какой-то. Матчмейкер, короче, всех крошит. Так, ну что? This guy's the matchmaker. Well, he certainly didn't kill himself and set it up this way. See what else you can find. Так, ну что на тебе еще есть? А, тебя за шею держали рукой. Тихо-тихо. Это что это там было? Иди отсюда. Вот так. Так, это что у нас? Коп тут, что ли? У копа должен быть пистолет, я думаю. Или мне так кажется. Видимо, кажется. Ну ладно. Так, что делать дальше? Видимо, туда идти. Где-то у нас за это там аптечка была поблизости. Давайте-ка ее возьмем. Копы, похоже, вышли таки на наш след. Добра они нам явно не желают. Пора убираться отсюда. Пока что из всей истории мне ясно, что маньяк, за которым мы гонимся, убивает других маньяков. Тихо. Кто стреляет? Блин, тут ко мне кто-то бежит. Агрессивный такой. Не прячется, ничего. Да, блин. Хрена он свою арматуру мне настучал. Со здоровьем-то вообще все плохо. Вон там выход. Я хочу на выход. Ага. Размечтался. Так, ну что, у меня напряженка. Мне нужно здоровье. Этой арматуриной меня, конечно, конкретно уделал. Что это там за всполохи такие? Мент не один, что ли, был? Так, блин, как неохота туда идти. Thomas. The newspaper clippings you found in the room at the metro station, each of the
emails talks about a serial killer that was on your case list. Nine names were mentioned. Of those, seven of the nine were crossed out in each of the clippings by a black felt tip marker. The only names that weren't crossed out were the matchmaker and the torturer. Of the names that were crossed out, all those cases have gone cold. And now you can cross off the matchmaker. Wait, are you implying that there's someone stalking serial killers? Ну, как я и говорил. Killing killers, and then he marks off their name in his little personal diary? Sounds ridiculous, doesn't it? It does, but it adds up. It almost makes sense. Ah, shit. No, sir, I have to call you back. Тихо. Пока ружье не возьму, никуда не пойду. Так, а чё, куда мне, куда? Может, все-таки туда, на выход? Куда, блядь? Сука. Что ж вы меня так пугаете-то, а? Со здоровьем-то вообще все плохо. Валим отсюда. Да, свалил я неудачно. Ну ладно, на этом пока закончим. Увидимся в следующих частях. С вами был Артур. Всего хорошего, пока-пока.